Бог утешает в частном или в общем, дает возможность славу возвестить не так, как плоть страдающая хочет, благая весть не наших Палестин. С прискорбием скажу, прикрыв глаза, не раз просматривая прошлые провалы, не то жевал, не там смеясь лизал, и не туда уста мои плевали. Бог укорачивал, натягивая вожжи, на операции легко столкнул упрямца. Проснусь, бывало, совесть волком гложет, от непрощения позвоночник хряснул. И бездна мрака станет сединой, столь продолжительно пленение иудеев, и Эздра взыщет книги по одной и разгребет десятилетий дебри. Здесь утешение внезапностью накроет, и пальцы тыщет неумело в буквы, прочтут, и, выпрямившись на краю у кромки, да что же с беззаконниками будет? Малюсенькая, тусклая, едва мелькнет звезда, не просто звездочка, но символ утешения. Захочется кому-то лишнее раздать, стать милосерднее, а не жидовской шельмой. Утешатся тобой сироты, вдовицы, пророки молнии метнут куда-то мимо. Не надо будет горестью давиться, утешит благодатью пастырь дивный. Причин тоски не понимаем сами, метемся, высказать претензии не в силах, испачканных нас драют в жаркой бане, потом дойдем, что не случайно били. Когда нас нужно круто развернуть, с учетом новых сил и опыта в достатке, тогда светится иной славный путь, и слезы радости нам не удастся спрятать. 8 сентября 2008 года.